Я должен убить королеву. Я должен убить королеву. Фрэнк, Фрэнк, это правый принимающий. Ты самый тупой судья, которого мне приходилось видеть. Да что с тобой такое? А ты был прав, это сейф. Ты был прав. А теперь мы немного прогуляемся. Я от вас не ожидала. Как вы могли так бесчестно поступить? Это было просто. Не забывай, что я 2 года был строительным подрядчиком, а теперь идем. Тихо. Держи его, Реджи, бей судью. Бей по яйцам. Должен убить королеву. Смотрите. Где? Осторожно. Судья. Он спас жизнь королеве. Это не судья, ваша честь.